Всего через неделю после уикенда в Словакии мировой туринг совершает очередную остановку в Венгрии. Это уже второй визит WTCC на известную венгерскую трассу. Добро пожаловать за кулисы WTCC. Безусловно, во время этого венгерского этапа все взоры местных болельщиков обращены на своего героя Норберта Мичелиса. Безусловно, у вас тут много фанатов, семья, друзья. Вы рассматриваете это как давление или как факт поддержки? Вот что говорит Норберт. В прошлом году выступление на родной трассе было более напряженным для меня. Мы думали, ну может быть 10, ну 20 тысяч человек придут на трассу посмотреть на гонки. А в итоге пришло в 4 раза больше. И честно говоря, мне потребовалось больше 2 недель, чтобы осознать, насколько популярны гонки в Венгрии. Мы продолжаем наш разговор с Норбертом Мичелисом. Я не стал бы лукавить и говорить, что этот уикенд абсолютно обычный для меня. Я, конечно же, испытываю дополнительное давление. И мне сложнее тут сохранять концентрацию. Но со временем я научусь контролировать свои эмоции. За неделю до этого уикенда в Словакии Габриэль Тарквини положил конец бесконечной эре побед «Шевроле». К этому моменту на их счету уже было 6 побед, и в Венгрии итальянец точно рассчитывал на серьезное вмешательство в борьбу за победу. Вот что говорит Габриэль. «Конечно, мы хотим быть конкурентными, мы хотим одерживать победы, даже если в нашем распоряжении нет самой лучшей машины. Очень часто вас начинают уважать больше, если победы достаются вам на не самой лучшей технике. Иногда удача просто плывет в руки, а иногда нам тяжело добиваться даже 4-х и 5-х мест или, скажем, 3-го места, если у нас в распоряжении нет отличной машины. Так чего же нам ожидать от венгерского уикенда? Может ли все пойти так, как наметил Мичелис? Мне очень сложно сказать, говорит Норберт. Я бы так сказал, что после хороших результатов в последних тренировках я мог бы замахнуться на 5-е или 6-е место на финише гонки. Это, наверное, такая моя задача максимум. Честно говоря, я бы замахнулся на попадание в топ-10 в квалификации. Окей, рейс тайм. Окей, спасибо. Что же, станет ли квалификация очередным возвращением «Шевроле» в их обычный гоночный режим? Или можем мы ожидать чего-то от Норберта Мичелиса? Блеснет ли он на глазах своей родной публики? После разочаровывающего уикенда в Словакии Иван Мюллер рвется к реабилитации здесь, в Венгрии. Серьезные задачи ставит перед собой Том Коронель. Ему необходимо показать высокие результаты, чтобы вернуть потерянное 4-е место в чемпионате. Безусловно, на высокий результат рассчитывает Норберт Мичелис. Послушаем, о чем говорят в боксах команд. И все неплохо начинается для чемпиона мира Ивана Мюллера. Он сходу показывает отличную скорость. Но какие-то проблемы у пилота команды Roll Motorsport Тома Коронеля. На Тома явно навалились какие-то проблемы. Очень даже позитивно выглядит Норберт Мичелис. Что говорит его инженер? Мы решили, что тебе надо еще раз выехать на трассу. Остается 2,5 минуты до окончания первой квалификации. Для Тома Коронеля шансы попасть во вторую квалификацию медленно таяли. А вот Роб Хафф в это время показывает второй результат в первой квалификационной сессии. Крис Кронин беседует с Иваном Мюллером. Ребята, когда он заедет, мы поставим ему 3 новых покрышки. 2 передние и заднюю правую. А та, что стояла позади справа, переставьте на левую сторону. Мы должны быть готовы выехать сразу после начала сессии.
Крис продолжает. Я предлагаю быстро поменять покрышки. Это он уже беседует с Иваном. И ты сможешь отправиться на трассу сразу после начала. Так, чтобы на первом круге показать максимальный результат. Ребята, поднимите руки, когда вы готовы. Финальная попытка Тома Коронелли. И он показывает только 19-е время. Я не знаю, почему это случилось, говорит его механик. А это уже Альдо Прео, менеджер команды. Я не понимаю, что происходит. Все должно было идти хорошо, но что-то не сложилось. Видимо, беседует он с владельцем команды. Я наблюдал за всем, что происходит вместе с Пьетро. Он тоже не может понять, что случилось. Сейчас Том пытался проехать еще один круг, сделать это максимально быстро, но не получается. Я не понимаю, в чем проблема. Это какой-то кошмар. И это явно не день для голландца. Не получилось пройти во вторую часть квалификации. Плохое начало уикенда, что и говорить. Ивану Миллеру сейчас необходимо думать о чем-то еще. Надо сфокусироваться на второй квалификации. Мы больше не будем выезжать, говорит инженер Габр Мичелесу. Ты шестой, осталось только 2 минуты, и похоже, что тебе ничего не угрожает. И первая цель достигнута. Норберт Мичелес проходит во вторую квалификацию. 12 машин прошли во вторую часть квалификационной сессии. Пора решить судьбу Поула. Барри продолжает разговаривать с Норбертом. Я не уверен, что у нас есть время еще на одну попытку. Нам надо кое-что изменить в машине и изменить давление в покрышках. Надо спешить, надо спешить. Норби, как ты думаешь, ты можешь отыграть еще немного времени или ты идешь на максимум? Возвращайся в боксы. Возвращайся в боксы. Нам нужно сделать некие изменения в настройках машины. Скорее, скорее, ребята, скорее, выпускайте его. А это уже Дэнкан Лейкок, инженер Роба Хаффа. Роб, у тебя один единственный шанс. Ошибиться тут невозможно. Роб Хафф один из претендентов на высокие позиции в квалификации. Барри разговаривает с Норбертом. Ребята, вы отлично поменяли колеса, и Норберт уехал вовремя. Не теряет надежды на Пол и Алан Меню. Крис Кронин докладывает Ивану. Алан не закончил первый быстрый круг. Ты все еще первый. В 2,5 десятках впереди Роба. На третьей позиции Габриэль Траквини. Иван, ты можешь еще проехать один круг. Попробуй, это не повредит. 1:54.503. Это то время, с которым Иван Миллер заканчивает квалификацию. Отлично, Иван, заезжай в бокс. Осталась минута, заезжай. Георгий Либари разговаривает с Норбертом Мичелесом. Боксы, первый сектор ты проехал недостаточно быстро. На финальной попытке Алан Меню не смог улучшить свое время, оставшись на третьем месте. Пол отправляется к Ивану Миллеру. Прекрасно все сделал Иван, и можно отпраздновать со своей семьей. А вот что говорит ему отец. Ты сделал все просто прекрасно. Все было чисто и очень красиво. Запомни, как ты это сделал. Запомни. Инженер говорит о том, что все решилось на последнем секторе. Это был хороший сектор? Это был очень хороший сектор. А вот что говорит Иван. Правда в том, что мы не смогли хорошо показать себя в квалификации Словакии. Во время свободных тренировок мы были слишком увлечены поиском настроек на гонку и не уделили нужного внимания квалификации. Тут мы правильнее построили нашу стратегию. Какова значимость пол-позиции на этой трассе? Это отличная позиция для старта в гонке, продолжает Иван Миллер. Это длинная трасса, тут много поворотов и несколько недлинных прямых. Тут очень сложно не совершить ошибок. Тут много кочек и небольших трамплинов на этой трассе. Пройти круг быстро и без ошибок – это почти невыполнимая миссия. Тут нельзя быть просто сконцентрированным на 100%. Тут надо сохранять 1000-процентную концентрацию. Спасибо.
Ну, а теперь Иван Миллер ищет пресс-комнату. Я помню, куда идти, ребята. Сюда, сюда. Вот тут надо пересечь вот эту комнату, и там будет такая дверь. Мы зайдем туда. А, да, да, вот дверь. Вот эта дверь. Заходим сюда. Нет, это не здесь. Это для интервью после гонки, если, конечно, вы финишируете на подиуме. Нам, наверное, надо еще на один этаж подняться. Вот что говорит Норберт Мичелис. Мне кажется, во второй квалификации я шел на максимум. Он беседует со своим инженером Герк Галибари. Ну, может быть, я сумел бы отыграть еще около одной десятки, но я не думаю, что это так принципиально. Мы будем стартовать во второй гонке с внутренней части траектории, а в первой гонке, а во второй мы стартуем шестыми. Не так плохо. Ты знаешь, я просто хотел изменить давление в колесах, говорит инженер. Да, ребята справились с этим супер быстро. Спасибо тебе и спасибо всем им. Я не ожидал, что смогу еще один круг сделать. Просто великолепно. Да, я поблагодарил их по радио. Второй пол для Ивана Миллера в этом сезоне. Но самое важное, он опередил своих напарников по команде. А впереди нас ждут две гонки. Прервемся ненадолго. If we could supply fresh water, this would be the perfect location for the new town. Using their 3D experience platform, Dassault Systèmes proved Georges Mojin's dream of transporting icebergs could become reality. It takes a special kind of compass to explore the world's future possibilities. Dassault Systèmes. If we ask the right questions, we can change the world. ATS High-Tech Wheels, world champions with Chevrolet. From the moment you start your journey, to the adventure it becomes. From the inspiring architecture, to the discovery of traditions. From nature's finest moments, to the feeling of being lost amongst them. For everything Romania has to offer. To the experience you'll take away. Romania. Explore the Carpathian Garden. Здесь все пилотируют одинаковые машины. Porsche 911 GT3 с объемом двигателя 3,8 литра. Это помогает объективно оценивать мастерство гонщиков. Суперкубок Porsche. В воскресенье. Прямая трансляция на телеканале Евроспорт 2. В воскресный день десятки тысяч зрителей потянулись на Хунгароринг для того, чтобы поприветствовать своего единственного героя Норберта Мичелиса. Венгр будет стартовать в первой гонке с третьего ряда, шестой позиции. Кто-то говорит Герк Галибари, что в ваших боксах находится маленький ребенок. Это запрещено. Мичелиса могут оштрафовать на 5, а может быть даже на 10 тысяч. Гергель тут же передает это Норберту. Какой-то ребенок пришел к тебе в боксы. Это запрещено. Гергель говорит Норберту, что перед стартом гонки мы все-таки понизили немножечко давление в задних покрышках. Тоже поехали. Иван Миллер отлично принял старт с полупозиции. Даже несмотря на давление, которое на него оказывали напарники по команде Алан Меню и Роб Хафф. А в тот момент, когда француз добрался до первого поворота, несчастный Норберт Мичелис оказался зажат с двух сторон. Слава богу, он сумел удержаться на трассе, хоть и потерял разом несколько позиций.
Венгер не опускает руки, а точнее не отпускает руки с руля. Он старается пробиться, и первой жертвой становится его напарник по команде Габбар Вебер. Крис Кронин докладывает Ивану. Мичелис, он начинает атаки. Плохие вести пришли из боксов. Габриэль Тарквини, ему придется завершить гонку раньше времени. Серьезный удар после колоссальной удачи в Словакии. А Мичелис продолжает свое прекрасное шоу. Его переход на шестое место зрители встретили с восторгом. Гоночный инженер Алан Меню рассуждает. По меньшей мере мы понимаем, что Мичелис делает сейчас. А впереди Иван Миллер буквально уносился вдаль от своих соперников. Роба Хафа и Алан Меню. Следующей жертвой Ноберта Мичелиса становится Пепе Ариола. Но не все так хорошо в этой сказке. Как только венгр подобрался к Тьягу Монтейру, на него, в свою очередь, стал давить возникший из ниоткуда, стартовавший 21-м, Том Коронель. И почти сразу Том Коронель без проблем проходит Норберта Мичелиса. Стопроцентная концентрация француза Ивана Миллера увенчалась не только лучшим временем в квалификации, но и прекрасной победой в первом заезде в Венгрии. Отлично, ребята, отлично. Просто прекрасно. Победа. Иван Миллер опередил Роба Хафа и Алана Меню. У нас будет время все детально обсудить. Иван, скажи мне, как вели себя тормоза? Героическая и полная на события гонка завершилась удовлетворением для зрителей. Мичелис сумел набрать очки, завершив гонку восьмым. «Моей машине досталось, — говорит Норберт. — Нас били с двух сторон. Но я все же сумел обойти Габриэля Тарквини. Я немыслимо рад, что машина не настолько сильно пострадала, и я не вынужден был сойти. Я счастлив, что сумел завершить гонку». Полностью окрашенный в синий цвет подиум по итогам первой венгерской гонки. Фантастический Иван Миллер, который завоевал уже пятую свою победу в этом сезоне, и увеличил таким образом свою лидирующую позицию в чемпионате. «Вот это был замес, — разговаривает Норберт Мичелис, — поперил. Да, я видел. Меня только ленивый не ударил. А ты видел, что с моей машиной случилось сзади? Наш въехал мне вот так, со всей силы». «50% этой гонки было выиграно после первого поворота, — говорит Иван Миллер по телефону. Ну а потом мне осталось только доделать 50% работы». Норберт Мичелис и его девушка. «По телевизору только тебя и показывали. Шевроле показали всего несколько секунд, а потом все время был только ты, ты и ты. Ты мог столько красивых обгонов сделать. Я тобой горжусь. Но я немножко сожалею». «О чем? Тебе не о чем жалеть. Все зрители хотели настоящего шоу, и ты им сделал то, чего они хотели. Только тебя по телевизору показывали. Господин Зенго сказал, что ты провел очень хорошую гонку. Посмотрим, как сложится вторая гонка для Норберта». ATS High-Tech Wheels, World Champions with Chevrolet. Have you already chosen your tire? Because the tire makes the car. Japan quality. Yokohama, your tire. Big hurricane coming our way because the evacuation order has just been issued.
прими участие в игре и выиграй отличные призы. Зайди на сайт Powerhouse. Take it on. В прошлом году легендарная гонка вернулась в календарь сезона. Корсика вновь принимает лучших пилотов. Этот этап не зря называют ралли 10 тысяч поворотов. Держитесь крепче. Этап интерконтинентального чемпионата по ралли на Корсике. В пятницу. Прямая трансляция на телеканале Евроспорт. И нас ждет вторая гонка в Венгрии. Старт, который дается в порядке реверсивным результатом, показанным первой десяткой пилотов квалификации. И на первом месте второй гонки Франц Энгштлер. Еще большее давление ложится на плечи Норберта Мичелеса в этой гонке. Он стартует с пятой позиции. Его заднеприводная BMW должна дать ему преимущество при старте с места. Третье место на старте Алана Меню. На старте второй гонки он третий, и по итогам первого заезда он тоже пришел к финишу третьим. Подслушаем разговор Альберта Ло с Аланом Меню. Похоже, ветер сменил направление и теперь дует справа. Я скажу ребятам понизить немножко давление. Ребят, на 1,9 задних покрышках. И все готово к старту. Снять покрывало. Удачи, Алан. Поехали. И какой старт удается Норберту Мичелесу? С пятой позиции к первому повороту он пробивается уже на первое место. Алан Меню тем временем получает настоящее удовольствие от этой гонки. Он постоянно находится в состоянии борьбы. Вот, например, тот момент, когда Алан Меню обходит Тьяго Монтейру и выводит свой автомобиль на четвертую позицию. И Альберт Лоу подсказывает своему пилоту: «Ала, нам надо найти примерно 7 десятых на круге, чтобы постараться догнать Мичелеса». «Семь десятых, вот что нам нужно», — повторяет Альберт Лоу. Но шоу в исполнении Алана Меню было далеко от завершения. После старта с восьмой позиции он вступает в сражение за место на подиуме. И его упорство тут же отплачивается сполна. Он разом обходит и Пеппи Ариоло, и Меди Бинани. Все еще имея комфортное преимущество в гонке, Норберт Мичелес начинает ощущать давление со стороны Алана Меню. И все же Норби смог реализовать самые смелые мечты. А что за атмосфера царит на Хонгаро-ринге? Альберт Лоу поддерживает своего пилота, который пришел к финишу вторым. Это прекрасная гонка, Алан. Это просто прекрасно.
Он в меню делится эмоциями с Мехди Бенани. Ты прекрасно ехал, очень хорошо. Правда? Да, да, ты очень хорошо ехал. Ни одной ошибки. Только одна малюсенькая в тот момент, когда я обогнал тебя. А ты остался на трассе бок о бок с Ореолой. Вы коснулись друг друга? Да, 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 мы немножечко дотронули друг до друга. Мой друг, говорит Алми, я счастлив за тебя. Я, к сожалению, сегодня должен уезжать. У нас там пиар-мероприятие в Вене, но я бы остался с удовольствием с тобой попраздновал. У тебя прекрасная гонка получилась. Для чемпионата отличный результат. Én nem ismertem ki nézni. Gondolom, hát csak figyeltem előre felé. I don't think you can go out tonight. No. Я не думаю, что тебе нужно сегодня развлекаться, говорит. Incredible. Yes. Okay. И больше всех достается владельцу команды Zengo Motorsport. И Алан продолжает менять в своем стиле. Ты что, мокрый? Нет, нет, это водонепроницаемая одежда. Или ты так волнуешься, вспотел? Да, я вспотел от счастья. Это была впечатляющая гонка. Это прекрасно. Если мы каждый раз будем выступать перед такими болельщиками, это будет просто фантастика. Возьми шампанское, говорит Норберт своему руководителю команды. Я хочу глоток. Нет, нет, сохрани эту бутылку. Ты что, мечтаешь, говорит Алминю Норберт? Я не могу этому поверить. Ты знаешь, мне потребуется несколько дней, чтобы это осознать. Знаешь, ты завтра это все увидишь в прессе. Знаешь, я со старта вырвался на первое место. А ведь на первой позиции тоже стоял BMW. Что случилось с этой машиной? Знаешь, этот подиум восхитительный. Странная вещь, говорит Алминю. Я ехал, ты создал большое преимущество. Я все рассчитывал, что ты сможешь ошибиться. А потом вдруг я подумал, как же будет здорово, если ты выиграешь эту гонку. Как же будет здорово здесь, в Венгрии, если ты перед глазами своих болельщиков одержишь победу. Я все еще где-то в мечтах, продолжает Норберт. Я выиграл гонку в Макао в 2010 году. Это было очень сильное чувство. Но тут у меня совсем другие ощущения. Победа у себя на родной трассе – это немыслимое чувство. Ты можешь видеть своих болельщиков, ты ощущаешь их поддержку. И я бы хотел поблагодарить всех, кто меня поддержал. Честно говоря, без всех них это было бы просто невозможно. Ну что же, прекрасный уикенд прошел для WTCC и для Норберта Мичелеса. Великолепная атмосфера на трассе Хонгароринг. И мы обязательно увидимся через 2 минуты, через 2 недели. И мы встретимся на трассе Зальцбург. Для вас работала Оксана Косаченко, и мы обязательно встретимся на Туринге.